Анатолий Викулов. Из сада Чернобая будут косточки в этом году? Пересматриваю фильмы о прогулках по саду Чернобаева. Не могу найти отрывок, в котором Чернобаев говорит о последующем созревании абрикосов. Какой ранний, какой поздний? Помню только, что рыжий поздний, а остальные. Подскажите, кто за кем созревает? Хотелось бы сорта для растянутого плодоношения. С уважением, Анатолий Викулов. Если вы начнете это выращивать из косточек, никакой последствий не будет. Итак, все наоборот, рыжий ранний. Так, у него три сорта. Четвертый он взял, спилил. Я сказал, что я возьму ружье и застрелю его. Приеду. Взрослое дерево академика с невиданным урожаем, с огромными плодами. Спилил. А зачем мне столько? До сих пор простить не могу Чернобаев. Вот. И у него осталось три сорта, и еще там где-то отдельно из косточек неплохой сорт. Еще какой-то неизвестный. А из известных рыжий ранний, бай средний и поздний Филиппиев поздний. Вот ответ готов. Снова Челябинск. Вот смотрите. Что такое снова Челябинск? Я уже с уважением и с восхищением упомянул. Значит, вспоминал Алексейка Алексея Ивановича. Да, Иванович? Вот, пишет. Окончательная сверка заметки из письма редактора. Он пошел дальше нас всех. Согласитесь, что журнал «Наука и жизнь» он не последний. Это редкий случай, когда его читают и ученые, и простые граждане. Это редкий случай. Вот. Раньше таких журналов было всего 2-3. Помните технику молодежи? Вот. А сейчас из нашей, так сказать, как нас назвали, секты, выделился Алексей Ко. Уже вторую статью его печатают. Доброе утро, Алексей, пишет редактор. Высылаю чистую сверку шелкой, с которой идет печать. Ждем выпуск журнала. Электронную версию вам выше. Вот. Это Алексей, это вот отсюда уже Алексейка пишет. Это мне пишет. У меня появилась звездная болезнь. Шутка. Ваш ученик, последователь. Посмотрим мы это, когда же пойдет. Вот. Зимние прививки. Нет, не так. Зимнее укоренение я даже не пробовал. Вот. Ну, в общем, везде и всюду, значит. Калининград меня обошел по весу плодов. Еще улучшил мои плоды. Латинков тоже улучшил мои плоды. Все меня обижают. Вот. Понятно, да? Чернобаев меня обижает. 540 грамм. 500, 520, 540. Все дерево улеплено моими этими. Он сам шутку их называет, знаете как? Золотое железо. Такие яблоки. Груши. Гигант Подмосковья. Супер груша и по весу. И груша лесная красавица. Тоже супер. Да, 500 грамм веса. Вот. Если крупнее 500 грамм, но не зафиксировано. И он меня обижает. У него крупнее моих. Ну что мне делать-то, ребята? Давайте продолжать.